Это старая церковь Вейтфюре, построена в 1309 году одним зажиточным человеком. Он ее построил, чтобы замаливать мне грехи свои. Наверное, много накосячил. Что ж, церковь пришлось строить. Ой, так, там вот покажу вам сейчас кусочек новой церкви. Вот, прям как Лувр. Такая у нее крыша там стеклянная. Такая вот старая церковь. 700 лет.